Это перекресток проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Гагарина. Зачастую здесь нарушают именно водители. За непредоставление преимущества пешеходам предусмотрен штраф 1500 рублей. Этот автовладелец вину свою признавать отказался, но с законом не поспоришь. Пешеход данный был уже на середине. У нас, согласно пункту 14.1 правил дорожного движения, пешеход, ставший на пешеходный переход, и вы обязаны его пропустить. Пренебрегают правилами дорожного движения и пешеходы. Под особым контролем госавтоинспекторов юные участники движения. Многие не усвоили правила переходить дорогу по пешеходному переходу. Не установлено место дорогу переходить ни в коем случае нельзя. Отвлекаться тоже нельзя. Надо быть предельно всегда аккуратным и осмотрительным. С начала года в областном центре произошло 68 наездов на пешеходов. Главная задача этого рейда – напомнить всем участникам дорожного движения о соблюдении правил. В эту работу включились общественники и сотрудники муниципальной стражи. Они дежурили на наиболее оживленных перекрестках города. Именно в таких местах еще одним распространенным видом ДТП является столкновение авто. За первую декаду августа на территории Белгородской области зарегистрировано 43 дорожно-транспортных происшествия, в которых 7 человек погибли и 47 получили травмы различной степени тяжести. Почти треть этих дорожно-транспортных происшествий связана со столкновением транспортных средств. И, как правило, такие дорожно-транспортные происшествия происходят при проезде перекрестков, как регулируемых, так и нерегулируемых. В Белгороде вместе с госавтоинспекторами дороги патрулировали медицинские работники. Водители спрашивали о состоянии здоровья. Желающим мерили артериальное давление, а также давали рекомендации, как сохранить хорошее самочувствие в знойные дни. Я бы посоветовала водителям, имеющим, допустим, какие-то известные хронические сердечно-сосудистые заболевания, отложить поездку на время этой жаркой погоды. Если же поездка необходима, то перед тем, как сесть в транспортное средство, необходимо проветрить салон автомобиля, необходимо также соблюдать питьевой режим. Перекрестки являются одними из мест, где требуется повышенное внимание со стороны водителей транспортных средств, со стороны пешеходов в частности. И необходимо быть очень внимательными. Для этого необходимо строго соблюдать скоростные режимы движения, строго следить за сигналами светофора, знаками приоритета, которые установлены на перекрестках, и строго соблюдать требования правил дорожного движения. В ходе этого рейда за 4 часа работы в областном центре выявлено 44 нарушения правил дорожного движения. 18 из них – не предоставление преимущества пешеходам. Два проезда на запрещающий сигнал светофора и один случай управления авто без прав. К административной ответственности за переход дороги в неположенном месте привлечено 10 пешеходов. Подобные рейды будут продолжены. Диана Калядинова, Дмитрий Ерема. К этому часу Белгород.